Всем привет, с вами Таки Трэш, мы продолжаем играть в Спайдермена. Мы сегодня должны скоро пройти, собственно, еще пару городских заданий, потом одна гонка и, собственно, перейти к миссии главной сюжетной линии. Вот, собственно, мы сейчас и начнем проебывать. Так, давайте хотя бы на бронзовую, хотя бы, я согласен. Я согласен на... Чё хотите? Хоть на анал, блядь, с Веномом, лишь бы, блядь, просто закончить это все. Я хочу просто закончить вот эту гонку. Хотя, блядь, я помню, что здесь еще у нас предстоит поединок. Очень интересным таким уёбышами такими, как жук, огненный гоблин и Карнадж, соответственно, да. Серебряная, мы смогли, ух ты. Не хочу, нет. Я не знаю, какие ебланы повторяют еще эти, блядь, гонки. Были такие или в свое время, которые, блядь, проходили все это? Господи, это было круто. О, блядь, чужат, только что была, блядь, миссия с город... О, еще одна. О, все. Так, начинаем. Начинаем махач. О, тут элитный махач. Все. Осталась последняя, и потом у нас будет сюжетка. Мы сейчас по сюжетке продвинемся, ёбаный хуй. Так, я выкинул нечаянно того, кого не должен вообще, по идее, убивать. Еще кто-то должен быть. А, вот. Чувак. Все. Все, мы смогли. О, теперь жук, да. В принципе, мы скоро уже пройдем игру. 200 миллионс, что-то там. 200 милли отсюда, что ли? Короче, они на корабле сверхсекретном что-то везут. Скорее всего, Венома, блядь, или что-то такое. И на них нападает жук. Этот жук, получается, как сверхсекретное что-то там делает. Вот. Вот этого, короче, огненного гнома, гоблина, должны, короче, не знаю, освободить. Он, короче, сверхсекретный тоже. Вот, он, типа, его должен то ли выпустить, то ли взять всякие секретные технологии, либо выпустить его и отвлечься. Отвлечь других, чтобы сразиться с более серьезными противниками и спиздиться, собственно, какие-нибудь моменты. А, точно, это щит. Yes, sir. Of course he is. Why else hit this target? What is that? Jamming device. High-tech disposable. Blinds our eye in the sky. That's why we thought the boat had sunk. Короче, хер вон о чем не болтает, даже переводить не буду просто. Они, короче, говорят о миссии, говорят, что вот такая хрень, вот такая штука, он ее оставил, кто бы это ни был, пошел он нахер в очко. Все, сейчас нам нужно, по-моему, за ним следовать.
Что за херня? Что за жучок? Господи, это единственный жук. Я говорю, с тобой лечу, говорит, на одной скорости, ёб твою мать, поговори хоть немножко, что за херня? Чё в 3 часа ночи-то гуляешь-то? Ты ж по идее суперзлодей, ох, ты же не херачишь себя. Тебе чё, некогда со мной разговаривать? Ладно, я сейчас найду способ с тобой поговорить. Я хоть и мужик, но у меня охеренные бедра. Говно. Я сейчас просто, блядь, проебу все. Абсолютно. Так, блять, жук, а? Ну ты жук, конечно. Я смогу до тебя долететь. Вовремя, если ты ничего не... Обана! Чувак, ты от меня не скроешься. Ха, я даже успел его стукнуть. Круто. Долго будешь меня мурыжить просто? Не как в прошлом видео, блять, в прошлый раз, когда я за электро мчался. Ага, все, мы там, по-моему, и будем. А, нет, мы просто людей провоцируют умирать, чтобы они меня отвлекали. Как тебя взять-то? Я тебе пизды хочу дать нечаянно. Да, блять, я проебал! Не люблю эти миссии с погонями, но тут, слава богу, все сохранилось. То есть сохранилась погоня, где я уже, по-моему, спас, да, там кого-то надо было. Сука, когда же, блядь, ты успокоишься, а?
Тут реально слишком долгие погони. Да ты серьезно, ты охерел? Ты... Ты мне мстишь, то, что я пизды успел дать, пока мы летали, да? Все, я успел, я прошел, все. Я дошел до лаборатории. Это, наверное, его лаборатория. Нет, не его. Сандмен, Человек-песок. Hey, I just wanted to talk before, but I'm starting to think you need a good old-fashioned can of... Это, говорит, ни хера, говорит, не круто. Ты, говорит, меня хмурыжил по всему городу, ёпты мать. То сейчас он просто не должен дать смыться, и все, да? То есть пизделки здесь не будет. А, ну, в принципе, мы и дошли до того места, где надо будет с ним пиздиться. Все, это место, где мы будем пиздиться. Ты, говорит, должен уйти. Что, серьезно? Нет, я столько с тобой прошагал. Я не имею права отойти. Я буду с тобой херачиться. Этот бой будет очень легкий. Лазерс, again. Ты где вообще? Снизу. Сложно. Пауком сложнее управлять, чем, блядь, пиздец. А,
Мы тебя почти одолели, чувак. Так, чувак, хоп, хоп. Чё, всё? А, точно, мы же его не смогли победить. Куда он делся, куда он делся? Говорит, нихера, говорит, его нету, охереть. Эй, ребята, вы не знаете, где жук такой железный, здоровый, страшный? Так, ясненько. Вот тут мы и закончили. Всем спасибо, пока. Это был Токи Трэш. Играйте в хорошие игры.